Всем привет! Сегодня у нас будет очередной роллинг. Сегодня мы попробуем поролить таланты, словить воодушевление. Сегодня у нас даже акция на талантике. Сейчас посмотрим, какие у нас награды. Честно говоря, с этим Новым годом как-то непонятно, что там GG, но что-то они игнорят русский сервер по акциям. Это печально. Не только по акциям, а и по молоточкам Бога Грома, а также по фонтану. Ну, не знаю, почему так. Надеюсь, в Новом году у нас все изменится. Вот у нас акция на талантике опять 200 раз. Это нам надо будет 60к минуснуть. Возвратку мы получим 10к и один из призов. Ну, поехали. Не буду затягивать видос. Уже дохрена самоцветов слил на воодушевление второе для ворожая, так и до сих пор не получил его. Так, ну будем ролить на стрелке, как всегда. Стрелок с каменкой. Вот он. О, салюты уже. Нормально. Так, убираем карту. Ну, первый талантик у нас гнев. У меня также есть коробочки. Давайте сначала коробочки. Ярость небес. Ну, хрень. Уже открыл коробок, не знаю, коробок с 30. До сих пор с коробок ни разу не упало. Так, коррозия тоже не нужна. И смертельный удар. Все, вот так вот, побежали. Ловить удачу. Посмотрим, как у нас сегодня рандом будет. Ну, четверочки падают неплохо уже. Смотрите, сколько четверок. Ну, сейчас глянем, как нам сегодня повезет. Вот было воодушевление только первое. Так, первый талантик. Ожива. Сливаем, она не нужна. Так, каменка тоже не нужна. Рассвет. Второй. Два талантика уже выбили, пятых. Так, четверочка тоже не нужна. Да, четверки неплохо падают. Стойкость. Три талантика уже есть. Разброс. Четыре талантика. Ну, ничего себе. Так, опять четверка. Да. Ну, где наши топовые таланты? Чтобы их слить. Ракуха. Ракуха, ракуха. Так, кому-то можно влепить ее ради интереса, посмотреть, потестировать героя. Тут есть, тут ремка стоит. Потом у меня еще кому хотел. Ладно, побежали дальше. Так, возвращаемся обратно на стрелка. Так, пятый талантик. Замедление тоже не надо, в принципе. Хотя можно замедление поставить на этого, на РТшку. Потом будем тестировать. Прокачаем. Для бездонатов. Так, 6 талантиков, да, или 7 там уже выбили. Побежали. Ну, пятерки падают. Неплохо падают пятерки. Еще ремку, бог войны и бастион надо выбить. Так, ну, конечно, хотелось бы воодушевление пятое словить. Так, корка тоже не нужна. У нас даже акции не делают, на всех серваках уже сделали с предусмотренными талантами коробочки. У нас что-то до сих пор даже не ввели, даже не показали их. Вот так вот нас игнорят. Заебись, ребята, просто заебись. Спасибо, IGG. Реально, реально порадовали под Новый год. Так, ну блин. Блин, блин, блин. Ну, делаем вот так вот, что делать. С бастом мне, в принципе, он не нужен. Я его фактически не использую. Дамага от него не особо мне надо. Ну, вот так вот. Вот так вот, меняем.
Смена, как видите. Чик есть. Супер. Так, ну поехали дальше. Надеюсь, еще одно выбьем. Да, подфартило, подфартило, ребятушки. Никогда так не радовался пятому таланту. Так, побежали дальше. Так, тяжелый удар. Ну, тяжелый удар не надо. Дальше. Самоуничтожение. Ну, смотрите, пятерки падают. И относительно неплохо падают. И четверки хорошо падают. Так, смотрим. Замедление. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, давай уже. Самоуничтожение. Вот он. Первый талантик. Ну, не первый талантик, а ремочка нам выпала. Которую мы сейчас тоже сольем. Так, ну тут еще надо докачать. В принципе, тут даже... Ну, у меня вообще некому ремок уже давным-давно ставить. Поэтому для многих это будет трагедия сменить. Побежали дальше. Падают таланты офигенно. Вот так вот мы получили. Сейчас добьем акцию. Видите, как хорошо у нас. Я уже думал, что лям солью на нее. А видите, даже уложились в лимит. Супер. Ну, конечно, до этого было слито до хрена всего, но... Так, у нас еще 7К есть. Ну, давайте какую-то пятерочку интересную еще топовую. Ну, все, короче. Типа хрен вам. Ну вот ожива еще упала у нас. Так, просвет. Бастион. Ракуха, бог войны. Все. Идем посмотрим, что у нас выпадет еще. Да, вот так вот, ребят. Напишите потом, что кому сегодня, если роль упала. Как вам новогодний рандом? 205 раз. Ну, ничего страшного. Так, 3 яичка, мифическая карта. Не 2 яйца, а 3. Так, миф-карта. Так, 10 косамов, возвратик. Ну, давайте, руны надо. Есть. Только они не нужны мне 6 левела, ну ладно. Вдруг кого-то будем прокачивать еще. Еще плюс 3К. Ну, неплохо, неплохо, я вам скажу. Забрать. Вот так вот. Вот такой вот у нас сегодня был роллинг. Честно говоря, сам не ожидал. Удивлен. Сейчас прокачаю воодушевление и буду тестировать уже всех. С наступившим, у кого-то наступающий, у кого-то наступивший. Всем по накросу в новом году. Побольше возможности донатить. Надеюсь, игра скоро не загнется, и мы сможем с вами еще немножко поиграть. Все, всем пока.